Да. Не видно, что там написано на нем. О, смотри, какой обтекатель, классный. Он уже весь заклеенный, запаянный. А, еще и клеенный. Нет, возьму с Артура. Ну, слушай, сиденья в баках сколько всяких, да? Это кастомный. Это что написано? Рига? Рига, да? Слушай, я такую даже и не видел. Это, наверное, наклейки только рижские. Нет, почему? Это вот надевает такую и напыляет. Это. Ты себе ищешь фару? Нет, это только ободочки, это красивые, но те, которые такие толстые. Как-то как будто отдельно залили прям внутреннюю ставку, смотри, отдельно, видишь? Как будто она не канал, видит, канал, да, залит отдельно. И он такой гладенький прям. То, что у меня вот цилиндр лежит, это такое, знаешь, жалкое подобие. А здесь прям сделан так качественно, хорошо. Качественно сделан. А это мотобольный мотор, восходовский. Тоже старый-старый. Да. А, вот дай. Че? А 40 евро? Ты видел, где написано? Да капец. Даже какой-то, смотри, как лепестковый клапан сделан. В картер. Обалдеть. Прикольно. А этот сколько цилиндр стоит? 52 евро. Не, это размер 52-40. Сколько его точили? Нет. Я не знаю, что уже испачкался. Да, на Выкшкало не ездил? Вот я в прошлый раз, когда Выкшкало не ездил? Нет. Это с Выкшкало был базар. Ну, прямо с него. Это ты говорил, да, который Икшкило, да? Кто? Ну, ты говорил, какой-то где-то базар есть. Выкшкало в Латвии. Нет, в Латвии. А, в Латвии? Не, в Латвии там не были. Мы с того базара уехали сюда. А где это находится вот примерно? Это недалеко от Риги, где-то 20 километров. По 5 евро. А возле моря, возле этого там? Возле водохранилища или другое место? Нет, другое место. А в интернете я нашел по 2-3 евро. Ну, если что, я тебе потом скину ссылочку, посмотришь. Надо смотреть. Это твое хозяйство, да? Да, наше, с другом занимаемся. Потому что Минск интересный такой цилиндр. Какой-то необычный. Я вот сколько видел, они такие, знаешь, ну, отлитые. И вот здесь просто профрезеровано. А вот чтобы вот так вот было сделано, я вообще первый раз вижу. Какой-то уникальный экземпляр. Сколько стоит? Не знаю, надо позвонить. Мне дали на реализацию. Ага. Старый гонщик. Ага. Интересный котел. Вот я густал. Нет. Тебя открыть, повернуть. Одна нужна, да? А? Одна нужна или кому-то? Одна. 20?
Чувствую, как у мотор. Смотри, велосипедный двигатель написан. Какой-то советский, видимо. Я такой вообще первый раз вижу. А я прошел мимо. И я первый раз вижу. Он смотри, прям такое? Колесо, видимо, резиной вот этой крутит. Да. Да. Обалдеть, что это такое за система такая вообще? Здесь карбюратор пристегивался. Какого он года? Какой-то. Это родной вообще. Это... Что это за мотор такой? Иртыш. Иртыш? Я первый раз... Это копия немцев наших. Первый раз вижу. В 1994 году они один год выпускали. Обалдеть. У меня такой на ходу мотор. Интересно. На велосипеде. Он с рычагом, чик, подключил его. На стопере. Первый раз вижу вообще. Даже в книжках нигде не попадался мне ни разу. А тоже в книжках нет. У меня только паспорт. Я тоже видел от них атаку. Я сейчас музей свой отдал. Ребята приехали, открыли музей. Ага. Издалеко. А где ты в Латвии? В Риге прям, да? Напиши, может, в гости заедем тебе. Потому что мы хотели, сейчас Урал сделаем, поедем, прокатимся потом немножко, сделаем круг через... Ну, давай, я за. Нашел. С Италии привезли, я каждый год в Италию на базар езжу. Обалдеть. Ну прикольно, смотрится очень красиво. Смотрится очень красиво. Какая камера? Только сдохла перед Италией. Можно газануть, да? Да. Технология, да? Вместе с задним тормозом. Скорость не на тросике, а на тяге. А, это уже, наверное, вот так, да? Да. Прикольно. Интересные такие они вот, необычные аппараты. Да, потому что такие клиенты. О. Первый раз увидел его, я смотрю, написано велосипедный двигатель, думаю, что себе, дома ты там. Первый раз вижу, я ни в одну книжку даже не видел. А книжки мы тоже не видели. Я куча... Я где-то встречал какие-то книжки, а есть. Вот такая вот. Гаси. Ну, необычная, да, штука. Класс. И такой, смотри, прямо он... Даже чехол цепи все отлито. Да. Здорово, интересно. Так у итальянцев вообще у них какая история? Там целые семьи делали мотоциклы, мопеды. Да. Такая кооперация была. Сейчас, не знаю, все в Китай увезли, и уже, по-моему, ничего у них там нету. Да сейчас главное. Глобализация. Глобализация делает свои. Да, да, да. Хороший вам дел. Давай. Привет, Даниэль, точно. Вадим. Денис, очень приятно. А ты откуда сам? Давненько с тобой работаем. Давайте на канале эти видео. Начал с Минска, очень было интересно. Я в то время интересовался. Сейчас как-то забросил. Да, потихонечку ковыряемся. Ладно, пойдем мы дальше. Да. Давайте, ребят. Пойдем дальше, походим. Не, я потом меня на нее.
Да это какой-то, да, или с паровоза, или с тепловоза с какого-нибудь, или с корабля. Может, с корабля с какого-нибудь. Кольца тонкие, слушай, такое ощущение, как будто их там вообще нету. Спортивные, да. Для, ну, относительно такого поршня кольца тонкие. Ну, а дизель это? Дизель, конечно. Видишь, такая. Вижу. Камера сделана. А? Да. Слышишь? А что в его кладут, говорят. Разница, да? Поршень. В состоянии его оригинального состояния, скажем так. Его даже мыть не надо. Он должен быть оригинальный. Грязный. Грязный, ржавый. Из-под забора. Būtų gerai mano naudai 10 centų, tai taip nuo visų po 10 nuleidžiu. 3,5. Jo. Да, интересно. О, мопед классный, смотри какой. Как Рига старая. Это Рига какая-то, типа. Да. Но в ней уже, видишь, мотор от Минска туда крячили, приварили. А, то, что переварили? Да, вот этот подрамник нижний, это уже втыкали туда. Родной мотор обычный был такой, ну, двухскоростной. Переднее колесо, уже переднее. Переднее, да, вилка. От такой Делта. Такой серьезный кольцевой мотоцикл. Выглядит так прям сурово. Суровый. Ну, Урал. Ох, покушать вот сейчас, да, сейчас как запахи пойдут. Ну ладно. Ты уже проголодалась, да? О, блин. Я не ела кашу. Вторую порцию. А я съел. Вятка, смотри, какая классная. Вообще прям. Так, кушаю 11 вот так. Вот она. Собранная, да, видишь, какая прикольная. Да, такая. У нас такая есть, только надо до нее добраться, да, собрать ее, перерегистрировать. У нас вот таких есть, мочил тут. Бачки или что? А, это фильтр на противогаз. Да. Вон чугунная стоя лежит, вон это вафельница. А, во, вот это вот смотри, вот она с баком, да, вот это вот оригинальная. Бак лежал такой, там Рига написано было, вот я теперь вижу. Хорошая мопедка, интересная. Вот это даже получше состояние, смотри, она по крылья получше, ходовка. Дальше не упадет кузова. На землю, ведь на, не на небо. От урода до нескольких крови. Здесь 7. Вот так разница. Ну да. Юпитер. Дрожу, дай. Так глянуться, это нарка дорожила. Ну, канистры, видишь, немецкие. Наши с них и слепили, начали делать потом. Вот вятка уже другая, видишь, это электрон. Ну, некрасиво, мне такие не нравятся. Тоже уже, смотри, вопилка где-то стояла, наверное, как у тебя в цеху, наверное, в деревянном.
заросла вся опилками. Все, что в масле было, все заросло. Ну, я не знаю, если бы я привозил такую на базар, я бы помыл. Ну, нельзя, видишь. Нельзя. Аутентика. Видимо, это да, вот должно быть, красочка должна быть оригинальная. Не, ну так помыть. СОСТ. Оригинальный СОСТ. Помыть-то можно. Нет, видишь, вот краску, как-то... Краску не помоешь. Как-то, видишь, ну, не принято. Не принято почему-то. Вот, Рига, да. Нет, поджог. Это нет Рига. Крышка. Почему? Нет, это Ше-58. Да? Да, Рига. Вот такую еще мы не нашли. Но сейчас 35-го, но имя. У друга была такая рига. У меня был мини-мокик, а у него... Но? Помашите ручкой. Если я повешу свою кофту, ты не потеряешь ее? Потеряю. Я не знаю, мы, если один представитель, я думаю, что он один, наверное, да? Не может быть два. Может быть, он привозит и еще там распространяет. Ага, я понял. Ну, напишите, я тогда узнаю точно. Хорошо, спасибо. Нет, и когда ассистот немало, но может быть как? Какой мотор. Вообще. Маленький движочек. А, так слушай, он Урал с мотором от BMW. Понял, да? Это не ураловский мотор. Нет, еще не успел. Еще не понял. Да, смотри-ка. Коробка днепровская через переходную какую-то, вон пластину стоит. Шайбу. Да, через планшайбу какую-то. Я говорю, да, большой. А мотор от BMW. Смотрели над BMW двигатель. Угу. Карбюратор Бинги. Угу. Прикольно. Но это не вакуумные? Вакуумные, да. Это оригинальные BMW такие карбюраторы были. Ну здорово, слушай. Ну, честно, я, например, ну не хочу так вот, чтобы брать и ставить себе на Урал мотор от BMW, я лучше сделаю свой. А то как-то совсем неинтересно тогда будет. Ну, поставишь мотор и все. Не типа, что, не надо будет можешь чинить или как? Да, что типа, ну совсем неинтересно. Ну, не знаю, я как-то бы думаю, что... Лучше бы поставил от BMW, да? Ну... Не, можно, мне интересно, самому доработать, сделать, чтобы он работал. Я понимаешь? Понимаю. Тогда надо две модели. На путешествие одно с BMW мотором. А по... Там что-то. Ну, в багажине. О. Знаешь, у нас в Вильнюсе есть такой дедуля, и он показывал, как надо поставить BMW мотор на... Зомби-апокалипсис, наверное, какой-то, нет. Да? Ну, только так выглядит. А в смысле багги, крокодил? Ну, не было у вас таких? Нет. У нас соревнования были по кроссу. Да ты чё? Вставляли эти газевские двигателя от Зилов. Вот здесь сзади стоял движок, да? Да. Обалдеть. С газиков. У меня сотрудник. Дед ехал на таких, так говорит, и у него был от БТРа двигатель, у БТРа две газовские. Ну от да, газелки, ну, наверное, форсированный какой-то. Два, наверное, да? Двигателя, так он один, у нас же танковский завод был в городе тоже, и он оттуда взял двигло, говорит, шло, зашибись. Два амортизатора, смотри, приварены. Ну. Как называлось? Ну, баги, крокодил. Крокодил? Крокодилы, да, у нас крокодилы. Прикольно, прикольно. Ну, такую короткая база у него, да, получается? Обрезанная. Обрезанная. Зачем? Разве? Ну, то конечно. Зачем длинная нужна? Не, а мне кажется, он, наверное, короткий такой и есть, нет? Или это еще укороченный? Не, я думаю, что он укороченный. Мне кажется, что... Ну, мне так кажется. Мне кажется, он родной, наверное, бля. Ну, вот по сравнению вот с этим, наверное, у них одинаковая ходовая.
Да? Вроде бы. Я думаю, да, потому что тут иначе места просто нету воткнуть, не хватит. Прикольно, то есть они переворачивались, да? Судя по вот этой круглой, да, кабине. Самолетной. Да. Ну потому что они все равно скорость-то у них была. Нормально валили, да? Веса-то почти, ну нету. Ни кабины, ни кузова, ни. Все равно в двигателях то ковырялись, делали, чтобы. Сейчас таких уже нету гонок, да? Нету. Да, я тоже смотрю, что на рельсах каких ехать или по кочкам каким-то. Видишь, ну, я вижу, как, да, как танк. Почему? Да, 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 да. Гусеничные техники. Двигло от мотоцикла. А, это этот. Одноцилиндровый, по-моему, какой-то движок, да? Коробка стоит. Ну, какая-то самодельная чикарага. Нереально самодельная. Но обзор хороший, слушай. Садишься, обзор у нее хороший. В юбке не присядешь. В юбке не присядешь, да. Еще такой это переключатель. Тут как будто один такой человек помещает. Посередине. А, и двое еще по краям. Двое по краям. Без зеркала хотела посмотреть. Пиздили ботинки прямо из корзинки. Интересная спецтехника. Могли бы хоть бы написать что-то такое. Вот. На таком. Трактор, да. На таком ехал я. В деревне был гусеничный. В колхозе. Не лез. Ну, так отвалится, сейчас он уже, да, на. Уже отвалили. На выставке уже стоит. Мой дядя говорит, что ты за хуй ты заработаешь. Ага. Ну да, да, да. Он больше ломался. Хотя я не думаю, что он ломается, наверное, постоянно. Не, может быть. Техника железная. Прикольный мотоциклик, да? Ой, красота какая. Красота какая. Рамунас, а почему номер коричневый? Потому что если больше 25 лет и если класс ветеранов. А, и уже как ретро, да, считается? Да, ретро, да. Считается ретро. Ага. И через 3. А почему эти тогда обычные номера? Или за те платить больше надо? Не знаю. С ретро номерами можно проехать. Док Саману дарит. За техосмотр через 3 года. Ага. И, по-моему, не можешь больше 30 тысяч проехать или 20 тысяч евро. А то есть нельзя много ездить? Нет, не, а ну только вот там на, Волосик, на, давай. На ярмарке. Ага. Ага. Красотки. Да, в кроссовках. О, Эмсель. М72, да. Конечно. В оригинале. Надо еще посмотреть. Че? В оригинале ли он. Нет, ну, конечно, тут глушагинов отдельные стоят там, но так-то все, я вижу. Колеса не оригинальные. Ромашки, ромашки ураловские ряд, стоят, ряд, это ряд, не родные колеса. Вот родное, вот, род, вот родное колесо, смотри. Не, колеса не родные. Колеса не родные стоят. О, видишь, байк-шоу Миллениум наклейка. Какого года? Не знаю, какого года. 41-го, наверное. Заводит. Ураловский могу достать, днепровских нету. Да, ураловский мне надо, а днепровский я вот нашел. Друг здесь продает, но у него тоже без гаек. Он сказал, ну сколько тебе надо? Мягенько. Что? Работает мягенько. Мягенько. Гайки? Наверное, кованые поршни. Это просто хороший моторчик. Минкштейдер, говорите. Пасха.
Ну, литу станта бегут и ты тикшнивши. Пятый фон передачи. Какой друг. Ну. Да. Это колпачок. Чемодан стоит такой классный. Магнитола, да. Сзади мотор стоит. Volkswagen, а что это за Volkswagen? Volkswagen? А что за чикарага такая? Volkswagen, не видел такого. Карман какой-то. Карман. Кармане. От кармане. Volkswagen от кармане. Итальянский должен быть кармане. Карман. Это карман, наверное, какой-то немецкий. Карман. Прикольно. Бусик классный какой, да? Мелкий, говорит, автобус гиппи. Смотри, классно как. Лен, иди сюда. Герой, я ж посистянцы, да, тут у нас геру долю, но ты можешь мотаться. Герой? Ну. Герой. Плитка, ну, смотри, как сделано все, да? Ну, шкафчик это, есть. Это случайно не туалет? Нет, шкаф священный. Ну, туалет можно на улице. Не залезешь туда. Ну, я не знаю, как тут спать. Как они тут спят, хватает места? Красиво сделали, молодцы. Так все прям покрасили, все. Привели в порядок технику. Ну. Вот этого надо брать. Это, наверное, 180, да? Ну вот это мелкий, да. Видишь, у него просвета здесь нет. Это... Ко. Евроценту. Че? Йокаует. 18 евро. Йокаует. Taigi reikia keisti, šitą visą reikia keisti. Visas nuo drėgmės jau, va, susikondensavęs. Jis kažiai ar veiks dar. Čia tik šlicai, va, tinka dar. Bet šitam, kaip susim, prie. Это вообще, от влаги. Так что, сколько стоит? 18. А фрикционы я, наверное, знаю, где они достать. Они, это можно купить, они продаются, это не проблема. Они даже импортные, да, можно, да, подобрать, да, по размеру. По Латвии тянут только на? Улитка, видишь, с рогами сделали. Козу. Козу. Вот это? А вот это сейчас модный стиль бобер называется. Видишь, такие на толстых колесах. Бобер. Пошли. Так, а где у нас Артур? Куда они пошли? Грязными руками, да? А машина все равно не моя, машина-то жены. Она потом пускай чистит руль. Что-то тут делает Димит, по-моему, да? Ага. Конечно. Не споткнись, смотри. Давай, дружище. Да, у меня тоже Арнольд. Ты давай это, тренируйся там, снимай кино. Давай, Денис, приятно было. Нам тоже очень приятно. Спасибо вам огромное за баню. Телефон есть? Да. Приезжайте к нам в гости. Да. Счастливо вернуться. Конечно, вам дорого будет визы делать, да? А, визы надо. Визы надо, конечно. Чем говорят, у вас дорогие визы. Умом Россию не понять. Ну, когда-нибудь. Не, ну что? Сделал визу и поехал, и все, ну, дорого, а недорого. Не пропустится, ну, как не пропустит, нет, ничего, пропустим. Будем. Сколько? Евро, сколько? Я много. У нас 35, но у вас, говорят, дороже виза стоит. Может, даже. Дневную, как там несколько дней. Это еще один.